Представить органы внутренних дел без оперативно-дежурной службы невозможно. Именно ее специалисты обеспечивают управление силами и средствами подразделений, круглосуточное оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и информацию о происшествиях, контролируют изменения оперативной обстановки и обеспечивают постоянную готовность к незамедлительным и слаженным действиям. От профессионализма сотрудников и эффективности их работы в значительной мере зависят результаты деятельности в сфере предотвращения противоправных действий, а также раскрытия преступлений. Сотрудники милиции ОДС всегда находятся на первом плане. Они принимают первую информацию о преступлении. Именно от их грамотного профессионализма зависит в дальнейшем раскрытие преступлений, начиная по горячим следам и в дальнейшем. Работать в данной службе могут и должны только настоящие профессионалы, люди с опытом. На принятие правильного решения минуты, а сопоставить, взвесить и проанализировать необходимо порой десятки фактов. Сильная связь поколений. Даже уйдя на заслуженный отдых, многие сотрудники не теряют контактов и всегда готовы прийти на помощь словом или делом. Человек не может сам, говорится, его все равно надо научить, вот, ну, и, естественно, и контролировать даже надо, прежде чем он вырос до своего уровня. Вот. Ну, а нынешнее вот поколение, которое после меня вот работают, я с ними связь не теряю, часто там звоню, захожу. Ну, там достойные люди. С момента поступления вызова до выезда наряда милиции или следственно-оперативной группы проходят, как правило, 5-7 минут. Оперативно-дежурная служба работает круглые сутки, в будни, праздники и выходные дни. Только за минувшие 6 месяцев на территории области было зарегистрировано более 80 тысяч заявлений о преступлениях и правонарушениях. Ответственность за оперативное и грамотное на них реагирование лежит на плечах сотрудников оперативно-дежурной службы. Последних по области порядка 300 человек, в управлении 19. На посту они и в профессиональный праздник привычно ответственны и предельно собраны. От обычного дня одно отличие. Сегодня в их адрес звучат слова поздравлений с юбилеем. Хочу поздравить всех коллег своих с этим праздником. 50 лет. Это очень знаменательный юбилей. Вот. Желаю здоровья, счастья, успехов им, их семьям. Чтобы всегда было желание прийти на службу вот, с хорошим настроением и уйти со службы с высоко поднятой головой. Анастасия Стропко, Юрий Киндин, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.